Друзья, всех приветствую! С вами Екатерина Юрочкина. И сегодня мы будем укреплять наши бедра, особенно внутреннюю и внешнюю часть бедра. Все упражнения мы будем делать на полу, на коврике у стенки. Поэтому возьмите коврик, подойдите к стенке и начинаем. Поворачиваемся лицом к стенке. Попу подвигаем прям к самой стенке. И ложимся. Убедитесь, что попа прям прилегает к стенке. Ноги, руки за головой. Ноги по первой позиции. Носочки натянуты, коленки прямые. И начинаем разводить ноги. Не очень широко. Два. Чувствуем вот эти вот внутреннюю часть бедра. Три. Скользим по стеночке. Четыре. Пять. 6, 7, 8, продолжаем, 1, скользим, 2, 3, 4, 5, 6, следим, чтобы ноги были по первой позиции, то есть мы не вот так делаем, а по первой позиции, чувствуем внутреннюю часть бедра, 7, 8. И еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Последние 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оставили ноги. И теперь сгибаем. 1. И выпрямили. 2. Согнуть. И выпрямить. И еще согнуть. Выпрямить. Согнуть. Выпрямить. 4. 5, 6, 7. Ноги начинают потихоньку уставать. Продолжаем. 8. Еще делаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Продолжаем, не останавливаемся. 8. Чувствуем вот эти вот эту часть бедра. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, последние 8. 1. Закачиваем ноги. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вытянули ноги, носки на себя, немножко отдохнули. Пошевелили стопами вниз, наверх. Следующее упражнение. Одна нога. 1, 2. Также по первой позиции вывернута. 4, 5. Делаем все очень выворотно. 6, 7, 8. Держим. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Другая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Держим. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Поменяли еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поменяли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Держим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Носки на себя. Натянуть на себя. И развернули по первой позиции. И делаем гран-плие до конца. И наверх. Два. Наверх. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще раз. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Последние восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потрясли руками, ногами и закончили. Итак, друзья, мы проделали этот комплекс упражнений. Наверняка вы почувствовали, как укрепляются ваши ноги, икры, стопы, бедра. Для еще большей эффективности немного отдохните и сделайте еще один подход. С вами была Екатерина Юрочкина. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите мне вопросы. До новых встреч!